Без преувеличения можно сказать, что усмирение этой личности и направление ее в нужное русло порой граничит с настоящим героизмом. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Согласное «Ш» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Склонность жить прошлым, апатия, обособленность от всего окружающего, страх перед малейшим риском, перед любыми переменами, а часто равнодушие к противоположному полу. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Если обладатели этого имени найдут способ извлекать стимул для собственного развития, то они смогут достичь высокого уровня и даже совершенства. Тогда они получат шанс стать настоящими хозяевами своей судьбы. В любви предпочитают комфорт и стараются предугадывать желания партнера. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Число 5 наделяет обладателя этого имени высоким интеллектом, творческими способностями, страстью к свободе, а также дарит аналитический склад ума и умение мыслить нестандартно, выгодно выделяясь на фоне окружающих. Носителям этого имени следует помнить, что есть денежный эквивалент успеха, а есть внутреннее ощущение счастья, и конвертировать первое во второе удается не всегда. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать конструктивно и творчески. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.